Счет 2-0 в пользу страйкеров. Биг Бо отдыхает весь матч. О! Мак! Накама у ворот суперстрайкеров! Можно не волноваться, Бренда. Там блок. Но если он применит силу, его оштрафуют. Все очень технично. Блок — лучший защитник в Суперлиге. Молодец, Блок! Слушайте, ребята, на следующей неделе выставка «Роботы в футболе». Проф? Мы решили показать что-то особенное в этом году, поэтому я собрал робота. Игрока. Это, наверное, Кул Джо. Он классно делает робота. Это точно я. Зачем копировать кого-то, если есть великий Матадор? Его зовут Роблок. Мне нужна твоя одежда, бутсы и щитки. Тони, почему эта консервная банка летает с нами? Потому что, в отличие от вас, Чип Чаггерсон выиграет мне приз. Игра? С суперстрайкерами? Знаешь, чем еще он отличается от вас? Он умеет учиться. Скопируй актера. Мне нужна твоя одежда, бутсы и щитки. Я не понимаю, Тони. Он выиграет нам выставку «Роботы в футболе». Мои танкеры сами идеальные роботы. Это не фол, играем, это не фол. И гран-при нашей выставки получает... Да! Робло! Да! Что? Блок, скажите пару слов на камеру. Я могу перевести. Учу бурматанский. Расскажите про своего робот-двойника. Внешне Роблок – моя идеальная копия. Как они могли отдать приз роботу-идиоту? Он же просто безмозглая копия. А как он играет? Я не знаю. Профессор говорит, что играть с ним крайне опасно. Он чистая сталь и гидравлика. О, неужели? И что он будет делать на стадионе? Это Страйкленд, поле лучшей команды Суперлиги. О, экскурсовод? Ну и кто выиграет в эти выходные? Суперстрайкеры или техникали? Я думаю, в этом матче победят суперстрайкеры. Замечательно. Блок. Я еще не все понимаю на бормотанском, но, как мне кажется, я должен забить гол, а Блок сделает остальное. Нет, если им займусь я. Скопируй Блока. Так, если я придумаю, как вставить твой процессор в эту груду винтов и гаек... Стой! Первое правило — никакой воды. От воды ты сломаешься. Но ты подал хорошую идею. Технологии на базе старых изобретений. Например, я использую аналитический алгоритм и глаза Роблока. Вода! Спасайте Роблока! Давай, давай, Чип, вперед! Thank you.
Повторяю, вход в павильон заблокирован, все роботы остались внутри. Нет, нет, нет! Он так многого не видел, не сделал, нет! Да, он был замечательным роботом, профессор. Я понимаю, трудно сделать робота такого же красивого, как я. Это плохо. Шмаргалфлеа! Убрать все запчасти. Отправить железяки на свалку. Да, сработало! Когда страйкеры сообразят, что играют с роботом, половина будет травмирована! Давайте забудем об этой выставке, хорошо? Я не хочу, чтобы она повлияла на нашу игру с Техникали. А теперь за дело. Эль Матадор. Я готовлюсь психологически, шеф. Буду себе напоминать, какой я все-таки потрясный. Эй, Блок, лучший способ отработать удар – сыграть с лучшим защитником. Блок, ты мне чуть ногу не оторвал! Что с тобой? Ты... странный? Лучше я пойду, не хочу в больницу. О, суперстрайкеры слишком быстрые и опытные для Роблока. А мои игроки нет. Джон Джейн Джонсон-младший? Привет, Тони! Хочу поручить тебе важную миссию. Супер! Какую? Обводка. Опять? Обводить картинки скучно. Он про обводку соперника. Ты должен бежать прямо на Блока, Джон Джей Джонсон-младший. А это не опасно? С Роблоком на поле страйкерам дадут карточку, а нам назначат пенальти. Я Роблок, робот-блок. Истинная легенда там. Это Страйкерленд, поле чемпионов Суперлиги. Я буду вашим гидом. Ладно, парни, на сегодня хватит. Будь Блоком. Что с тобой? Ты странный? Эй, Блок, ты идешь? Штыртл и Лад. А? С ним что-то не так. Он странно играет, странно говорит. Да брось, Шейкс! Бармотанский очень сложный язык. Да, брат, ты только учишься. Ха-ха-ха! Кассеты! А что, вершина технологий в Бармотане? Гербл, Зорг, Гларг, Бзорг. Повторите. Гербл, Зорг, Гларг, Бзорлк. Да? Запомнил. Дальше. Зырк, Лагорб, Блоргл, Стражл. Блоргл, Стражл. Эй! Возьму шестую. А? Странно. А где с шестой по девятую? Продвинутый уровень владения бармотанским. Начали! Лорлд Клэд Зузонгл Крэб. Лоргл Клэд Зузан Крэб Лок Жразберг, понял? Я знаю бармотанский. Тогда что с Блоком? Дальше. Зорг Бланг Зоргл Блоргл. О, старье! Больше всего в Страйкерленде ценят решимость! Мы на стадионе Страйкерленд.
Где бы вы ни были, чем бы ни занимались, сегодня чудесный день для футбола. Суперстрайкеры выглядят неплохо, но Чак Чиперсон в отличной форме. Блоку придется постараться, Мак. Я в этом уверен, Бренда. Но он не подведет, всегда придет на выручку, когда нужно. Блок, нужно поговорить. Блыргл. Зергл парблыгрб. Неразгл грызгл крул горл фрум бумбар. Он говорит, что мы на него сильно давим. Ого, Шейкс, твой барматанский явно улучшился. Да, точно. Блок, я знаю, что-то не так. Твоя игра, твоя речь, как будто ты другой человек. Горгл-баргл, разгл... Что-что? Горгл-баргл, разгл... А? Ты взял кассеты? Ну тебе-то зачем, Барматанский? Затем, что ты не Блок. Ты Роблок. Тебе нельзя на поле, нельзя играть. Ты нас покалечишь. Роблок, послушай меня! Пожалуйста, не оставляйте свои вещи без присмотра. И, наконец, лучший игрок прошлой недели – Блок! Он просто машина, Бренда. Но где Шейкс? Да, я думал, он будет в основном составе. Клаус, разминка. Иглай, Грис, найдите Шейкса. Еще раз, какой у нас план? Бежишь прямо на Блока. А, ну да. Странно, что техникали выставили против Блока не лучшего нападающего. Ух ты, не похоже на Блока. Да, то есть, что это было? Почему никто не играет честно? Осторожно, Блок. Еще раз, и получишь карточку. Шейкс! Шейкс! Я не понимаю. Куда он делся? На поле происходит что-то невероятное. Добрый великан Блок превратился в жестокого зверя. О, подходит судья и... Желтая карточка. Он испортил себе репутацию за один единственный матч. Прошу, не расходитесь. Вам нужно в уборную? Это вниз по лестнице, налево, потом направо, еще раз направо и прямо. Следующая остановка – спа! Царство удовольствий! Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Не устали? Тогда продолжим нашу экскурсию. Поскольку Блок нарушил правила, судья назначил пенальти. Блоку стоит изменить тактику, иначе его удалят. Пристегните ремни. Наша последняя остановка – Страйкерлендский гараж. Thank you.
все, Бренда. Техникали открыли счет. Благодаря необычно плохой игре Блока. Кто бы мог подумать? Сначала исчез нападающий, а сейчас сошел с ума наш лучший защитник. Норт! Шикс? Никому не говори, что я здесь. Это не Блок, это Роблок. Конечно, парни в шкафчиках определенно заслуживают доверия. Это он меня запер. Раскусит тебя, ты следующий. Вымани его отсюда. Блок, что с тобой не так? Гларгл-бларгл-зорт. Разбербу. А? О, я это знаю. Блоку нужно в душ. Да, Блок? С каких пор ты говоришь на барматанском? Я ходил на курсы. Шейкс, бро! Это не Блок, это Роблок. Что? Нарушение правил, странная речь, железная выдержка. Что ж, скоро мы узнаем, прав ли я. Как это, Шейкс? Роботы не принимают душ. Если это Роблок, где Блок? Суперстрайкеры водят только крутые тачки. А вот и наш экскурсовод. Кто-то поменял процессоры роботов. Шейкс, ты был прав, друг. Но где Блок? Блок! Он говорит, что мы должны выйти на второй тайм. Или мы проиграем. Не волнуйтесь, он справится. Больше не можем его ждать. А? Они не заменили его? Твоя миссия не закончена, Джон Джей Джонсон-младший. Блок! Молодец! Или нет? Второй тайм вот-вот начнется, и страйкерам предстоит нелегкая борьба. Что ж, тренеру следовало убрать Блока. Он виноват в их поражении. Похоже, Блок намерен разобраться с Джонсоном раз и навсегда. И получить по заслугам красную карточку. Другое дело. Вот это Блок. Меткий, быстрый и ловкий. Я слишком умный. Мой робот научился играть как лучший защитник лиги. Извини, Тони, ты не прав. Никто не сравнится с Блоком. Бларгл-заргл! Нет! Какой поворот! Что бы ни произошло с Блоком в первом тайме, это в прошлом. Мы выиграли! Молодец! А где твой очень страшный близнец?
Вишу я, значит, на стене. Роблок вот-вот меня сбросит, и тут я кое о чем вспомнил. О моем новом друге. А теперь заключительная часть. Та-дам! Будь Блоком. Мне нужна твоя одежда в Шмарглфле. Что с тобой? Разглубл. Думаю, в следующий раз лучше сделать мою копию. Но откуда нам знать, что мы сами люди, а не роботы? Ау! Давай! Давай! Он в зоне полузащиты. Последний шанс до свистка. Шейкс, эта игра тебе не надоела? Да, ты режешься в нее постоянно! Не понимаю, зачем вообще в нее играть? Кому нужен ненастоящий футбол, если завтра у тебя реальный матч с Накама? Суперлига 3000 – очень реалистичная игра. Извини, Шекс, видеоигры не для меня. Он теряет мяч, шанс упущен. Вы проиграли. Она и правда устарела. Но новая версия будет гораздо лучше. Потрясающая графика и суперреалистичный звук. О, да. И лучшие в мире игроки. Скоро в продаже. Суперлига 4000. Ух ты! Суперстрайкеры. Крученый удар. О, суперстрайкеры, с ума сойти! Я так нервничаю! Я Алекс, занимаюсь анимацией для SL4000. Привет, Алекс, я Шейкс. Убер круто, хотите... Это Шейкс, а не Убер. Убер из танкеров. Это сленг. А, сори. То есть, извините, иногда я забываю, как говорят обычные... люди. Готовы к экскурсии? Йоу-йоу-йоу-йоу! Это же Лузер Джоу! О, так воняет от всех игроков, Пинг-Вонг! Настольный теннис, болван! А, я смотрю, вы знакомы? Парни, это Бешеный Джон! Лучший в мире игрок в пинг-понг. Настольный теннис. Все, что он знает, ну как бы буквально все, он узнал от меня. Да ладно! Чему ты можешь научить, слабак? Я новый король спина. У тебя ни стиля, ни навыков. Я еще тут, вы идете? Это программисты. Супер умные ребята. Пишут игры. Тестировщики. Весь день играют и лопают шоколад. Круто! Где можно записаться? Это студия звукозаписи. В SL4000 использованы голоса настоящих игроков Суперлиги. И это правильно. В 3000 звук отстойный. Игра окончена. Вы проиграли. Игра окончена. Вы проиграли. Воу-воу, стоп-стоп. Уже лучше. А можно еще легче? Солнечнее. Что? Это не прогноз погоды. Не волнуйтесь. Почти получилось. Дубль 346. Пишем. Я сдаюсь. А здесь творится настоящая магия. Суперстрайкеры? Это студия анимации. Здесь мы прорабатываем каждое движение. Каждое движение. Да, да, гениально! То, что нужно! Можно еще раз? Только в микрофон, ладно? Добро пожаловать в студию анимации!
Данные сенсоров на ваших костюмах фиксируются камерами и поступают в этот компьютер. Ого! Круто! Вау. О, нет, Алекс. А вот это не надо записывать, ладно? Не волнуйтесь. Нас интересуют только классические движения суперстрайкеров. Отлично! Кулджо, твоя очередь? Да сколько же раз вам повторять? Видеоигры просто не мое. Но игра будет уже не та без крученого удара. Ну, не знаю, братан. Давай. Ладно, ладно, я согласен. Эй, что вы делаете? Сегодня что, день косплея? Да или нет? Нет. О, я чувствую себя идиотом. Нет, вид потрясный. Отличный костюм. О, спасибо. Эй, может, поменяемся? Правда? Правда. Типа, правда-правда? Правда-правда. Типа... Правда! Приготовьтесь к четырем крученым ударам. Левая подкрутка. Правая подкрутка. Обратная подкрутка. Как же он это делает? Это невероятно. Скорее бы увидеть это в нашей игре. Верхняя подкрутка. Я приму. Лучше давай ты. Кулджо, потрясающая техника. Да, спасибо. А откуда вы знаете, куда полетит мяч? Это все практика. А, я бы сказал, практика и еще раз практика. SL-4000 будет супер! Вы, ребята, нам очень помогли. Да, вы очень помогли, суперстрайкеры. Вот они, четыре крученых удара Кулджо. Выучите их, распознайте и перехватите. Это всегда будет один из четырех. И тогда у страйкеров голова пойдет кругом. Вот тот самый смех! Накама против суперстрайкеров. Прямая трансляция со стадиона Гашоку. Обе команды достойные соперники. Очевидно, все будет зависеть от Кулджо. Короля навесов. Навес. Шейкс и Эль Матадор готовы принять передачу. Мяч у Мико Чена. В следующий раз, Кулджо, лучше пасовать мне, да? Накама контратакует. Опасный момент. Страйкеры спешно перестраиваются. Бесполезно. Гол! И первый тайм выигрывает Накама. Похоже, король навесов лишился трона. Вы проиграли, суперстрайкеры. Игра окончена. Вы проиграли.
Кул Джо? Что? Кажется, я знаю, как Накама перехватывает крученые мечи. Неужели? И как? Вчера в студии анимации был Урагири. Давай еще раз, братан. Урагири был где? Сожалею. Наверное, он тебя видел. Что я говорил? Все эти цифровые мамбо-джамбо, захваты-перехваты, беспроводные... Сплошное зло, брат! Эй, Кул Джо! Подумай о моем эго. Когда я не забиваю, я расстраиваюсь. Не будь таким эгоистом, слышишь? Ладно? Спасибо, что пришли. Мы обязательно отыграемся в ответном матче. Как, Шейкс? Урагири видел все мои приемы. 4 крученых удара больше не секрет. Смотри на это с оптимизмом. Худшее уже случилось. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Не волнуйся, это я уже подписал. Сила ракетки? Я видел, как Накама тебя уделали. Я ж говорил, я новый король спина. Но без паники. Может быть, я научу тебя паре трюков? Я так закручу, что никто не поймает. Ха-ха! Ты любишь игры, Шейкс. Может, поиграешь в пинг-понг, пока не вышла новая суперлига? Настольный теннис, болван! Так закручу, что никто не поймает? Уровень 1. Какой позор! Уровень 10. Балбес. Неплохо! Уровень 24. Ты мастер спина! Уровень 36. Кое-что ты ухватил. Уровень 50. Да! Открыт новый спин. Штопор! Есть! Я знал, что смогу. А? Мне срочно нужен Джон. А, ну ты даешь. Хоть руки помой. Спасибо за помощь. Это я виновата в том, что произошло в студии. Пришли. Ну, я понятия не имею, как попасть внутрь. Вы ведь друзья с Кул Джо. Тайна, конечно. Не будем выдавать секреты. По-моему, мы уже выдали. Пятый спин. Я знаю, как выиграть у Накамы. Ну, кто следующий? Кто хочет сыграть с королем спина? Шейкс, а ты что тут делаешь? Я хочу узнать про штопор. Серьезно, Кул Джо? Есть пятый вид крученого удара, и ты можешь ему научиться. Брось, Шейкс. Я уже усвоил урок и больше никогда не стану тебя слушать. Дай ему сказать, Джо. Да, ты нам нужен на поле. Я не смогу забить без тебя. Глупости. Шейкс только и делает, что играет в свои игрушки. Верно. Но так я и узнал про пятый спин. Видеоигры? Настольный теннис? Бешеный Джон? Да я все это терпеть не могу! Пятый спин существует! Я его придумал! Не поверю, пока не увижу. Ха!
Чтобы научить тебя побыстрее, мы запишем и проанализируем движение. Точь в точь, как поступил Урагири. Если видеоигры создали нам проблемы, они же помогут их решить. Есть маленькое но. Как и в игре, штопор сначала нужно разблокировать. Неужели? Хочу доказать раз и навсегда, у кого крученый удар лучше. Как я говорил, я не играю в пинг-понг. Настольный теннис! Мне нужны голы, Джо! Ну, ради меня! И ради команды. Все, что нужно, заработать одно очко. Мы на стадионе Страйкерленд! На прошлой неделе мы убедились, что одна команда явно уступает другой. Поэтому тренер произвел изменения. Клаус на левом фланге, а Кул Джо? Его нигде нет. Клаус отличный нападающий. Но он не сравнится с лучшим в мире левым флангом. К сожалению, нет. 4-0? Опять правильно посмеялся. Да, с навесами Кул Джо забивать легко. Ничего подобного. Ладно, может, ты и прав. Не волнуйтесь. Уверен, Кул Джо уже заработал очко. Йоу-йоу! В этой игре он полный ноль! Ах ты, подлюга! Просто поддайся! Всего одно очко! Нет, Эль-Матадор, я хочу выиграть честно! Не время выпендриваться, Кул Джо! Забудь о гордости! Забудь о принципах! Точно! Кажется, я забыл о своих принципах! Я не геймер, как Шейкс! Я не умею играть в пинг-понг, как Джон! Я футболист! Давай, Кул Джо! Давай, Кул Джо! Да! Вот так! Ха! Молодец! Есть! Здорово! Круто! Еще! Давай, давай! Факты не лгут, Джон. Круто закрутил. В игре победил. Молодец. Ножной теннис? Да ладно. Сделка есть сделка, брат. Идет второй тайм. Хорошие новости для страйкеров. Кул Джо выходит на поле и мгновенно вступает в игру. У-ху! Давай, Кул Джо! Даже если Кул Джо сделает штопор, как мы узнаем, куда полетит мяч? Нужна практика, практика, еще раз практика! Да, насколько я знаю, штопор трудно предсказать. Зря стараешься, Джо. Мы знаем все твои удары. Ну все, сейчас будет пятый спин. Я надеюсь. Один из четырех. Мяч в опасной зоне. Он летит прямо в ворота. Да!
круто закрутил, в игре победил! Я проиграл! Хорошо! Как грустно! Вот этот мы оставим! Ха-ха! SL-4000 просто отпадная! Опять ты в пролете, Урагири! Я проиграл! Привет! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! О, Шейкс, ты все еще играешь в SL-4000! Старье! Мы замутили новый гибрид! Пинг-понг против футбола! Крученый удар! Мне Алекс прислала. Хо-хо-хо, круто! Можно попробовать? Руки прочь, я только на 41 уровне! Подожди, брат. Подожди. О, нет! Ненавижу день уборки. Шейкс! Кажется, в моем шкафчике немного не прибрано. Не может быть! Мои приключения! В детстве я их обожал! О, это моя любимая! Около 100 лет назад бразильский коммерсант Альберт Даглас Вентура осуществил самый безумный футбольный проект в мире! Он построил стадион в амазонских джунглях! Но строительство превратилось в кошмар! Команда бросила его, но и тогда Вентура не отказался от своей мечты! Ты ведь знаешь, что все это выдумка, да? Конечно! Затерянный стадион существует! Да? И где Вентура сейчас? Он не вернулся из джунглей. Анаконды, пираньи, пантеры! Амазонка – опасное место! В Бразилии есть вещи куда опаснее, чем это. И они летят в Страйкерленд. Мы на стадионе Страйкерленд. Суперстрайкеры с трудом обороняются от нападающего Палминтьери. Мастера обводки. Короля самбы. Дона Альдо. Добро пожаловать к нам. Брагер. Ха, думаете, можете остановить меня? Как наивно. Заргл-брогл! Да, на этот раз ты не проскочишь! Ха, вы все еще не поняли. Такой игрок, как я, делает, что хочет. Гол! Рядом с бразильским маэстро лучшие защитники лиги кажутся любителями. Его непредсказуемый стиль застал их врасплох. Ладно! Погнали! Норчо, ты не остановишь Дона Альдо безумной атакой. Сосредоточься на мяче, а не на игроке. Да, и не на земле, друг. Мне это не нравится. Дон Альдо лишил их уверенности в себе. Мягко сказано. Один защитник играет слишком агрессивно, другой не играет вообще. Давай, Блок, один подкат. Маленький, но пожалуйста. Правильно. С ним все хорошо. Мишка Шерингем помогает ему тренироваться. Им нужен перерыв. Они должны снова поверить в себя. Но как это сделать? Они не успеют в Рио к ответному матчу. Кажется, я знаю как. Норд, Блок, до нашего следующего матча вы будете тренироваться в Южной Америке. Приключения в джунглях? В роскошном отеле. Что? А как же амазонские джунгли?
Джунгли — это опасность! Адреналин! Там нет горничных и крошечных пакетиков с шампунем! В отеле есть все, что нужно, чтобы вы могли отработать тактику борьбы с Доном Альдо. И с кем мы будем там играть? С коридорным? С лучшими нападающими. Я говорил, что ходил в кружок любителей дикой природы. Клянусь использовать свои навыки выживания в амазонских джунглях. Да, Клаус, вдруг тебе дадут значок за доставку еды в номер. Такой у меня уже есть. Используй эту возможность по максимуму, друг. Да плевать. Вот мой значок за ориентирование, за костер, за игру на гитаре, за пантомиму, за составление списков, за вязание крючком, за душу компании, за поедание блинов, за взросление, за непонимание социальных сигналов. Ого! Нас ждет что-то грандиозное! Рад, что ты серьезно к этому отнесся. Глупо жаловаться. Да, эту возможность мы используем по максимуму. Вылезайте! Провозглашаю этот деревянный причал абсолютно безопасным. Подожди, Норт! Тренер сказал, что нас здесь кто-то встретит. Да брось, тут совсем недалеко. Кроме того, нам нужно тренироваться. Верно? Да, но... Снаряжение есть, игроки есть, нужно только поле. Ладно, но ты правда знаешь, где находится наш отель? Без паники, друг! Я точно знаю, куда мы идем. Раста! Звонили из отеля. Норт и остальных до сих пор нет. А? Они где-то в джунглях. Будешь главным, пока я не вернусь. Но, тренер, они потерялись на Амазонке. Это все равно, что искать... Ребят, потерявшихся на Амазонке? Мне нужно спешить. Что это такое? О, это вулканический пепел и арбуз. Да, люблю необычную работу. Вы наняты. Я Мара. Куда летим? Норт, а разве ты не говорил, что отель близко? Расслабься! Я сказал, недалеко! Брыгагагрыг? Да, что за шум? У меня есть значок за умение распознавать странные звуки. Это рык пантеры. Нет-нет, это ветер. Может, гроза? Все ясно, это водопад! А? Водопад! Мишки больше нет! Все кончено! Норт, что ты задумал? Кому нужен этот дурацкий отель, когда можно отправиться в путешествие? Только не это. Это! Мы найдем затерянный стадион! Это безумие! Это все выдумка! Его не существует! Шейкс, моя развитая наблюдательность подсказывает мне, что это не точно. Вот здесь. Я дам знать, когда их найду. Где-то там, внизу.
Там не просто сесть. Вы уверены? У меня матч на носу. Видите? Мы на верном пути! Мы должны готовиться к ответному матчу, а не искать мифические сокровища. Но в этом и смысл, друг! Мы потренируемся на затерянном стадионе. Настоящее поле куда лучше лужайки у отеля. К тому же обратного пути все равно нет. Ты ведь знаешь, что это плохой план, да? Не дрейфь! Будет здорово, друг! Ну хорошо, мистер Вентура, веди нас. Смотрите! Ты был прав, Нордшо! Ладно, ладно, ты был прав. Стадион существует. Ну, идем. Нам давным-давно пора тренироваться. Больно! Загорлог! Гораздо лучше отдельные лужайки, да, Норд? Да. Бесполезно, парни! Мяч прыгает, как сумасшедший! Я не успеваю! Здорово! Мы застряли посреди джунглей и не можем играть. Не волнуйтесь! Благодаря моим навыкам выживания я мигом придумаю план спасения. Мы выберемся отсюда в два счета. Мы никогда отсюда не выберемся! Это все я виноват. Потому что я наврал. Все эти значки я получил по интернету. Стоп. И ты даже не выезжал на природу? Но у меня было открыто окно. Ты тут ни при чем, Клаус. Моя вина. Из-за этого Дона Альда у меня мозги набекрень. Но вместо того, чтобы смириться, я втянул вас в какое-то безумие. Это пантера! Нам конец! Тренер? Как вы нас нашли? Медведя стоит датчик. Я знал, что его-то вы точно не бросите. Ну, вам удалось немного потренироваться? Поле заросло корнями. Оно непредсказуемо.
Непредсказуемо, да? Ложитесь спать. Тренировка на рассвете. Какой смысл выглядеть классно, если некому оценить твою улетность? Мне даже не хватает носков Шейкса. Нет. Послушайте меня. Если тренер сказал, что их найдет, значит найдет. А наша задача — дать Пальмельтьери достойный отпор. В первом тайме нужно сделать все, чтобы счет остался 0-0. Мы ведь это можем, да? Тогда вперед! Выйдем и победим ради наших братьев! Раз, два, три! Суперстрайкеры! Игра началась! Никогда не видел у страйкеров такой мощной обороны! Неудивительно, учитывая, что половина команды отсутствует. О чем только думает тренер? Не знаю. Его тоже нет. Сможет ли резерв остановить корабля Самбы? А? Неважно. Раста технично отбирает мяч. Страйкеры выкладываются на все 100. Даже их лучшие нападающие помогают в обороне. Вопрос в том, сколько они смогут продержаться. Первый тайм вот-вот кончится. Последний рывок. Мяч снова у Палментьери. Это их последняя атака в первом тайме. И на этот раз Дону Альдо удается обойти Расту. Смогут ли защитники остановить короля Самбы? Нет, его поведение слишком непредсказуемо. Гол! Палментьери празднуют победу! А страйкеры разочарованы. Ты знала, что будет шоу между таймами? Они отлично справились. Теперь ваша очередь. Мара! Какая интересная посадочная площадка! Второй тайм вот-вот начнется. К нам продолжают поступать сообщения, что... Бренда! Неужели? Хотя, учитывая, как сыграли Норт и Блок в прошлый раз, тренеру лучше оставить резерв. И второй тайм начинается. Я думал, вы оба сбежали от страха. Вы пожалеете, что вернулись. И помни, смотри на мяч, не на игрока. Тренер, мы попробовали, ничего не вышло. Поле непредсказуемое. Да брось, друг. Я знаю, оно не идеально, но... Мы должны использовать его по максимуму, да? Ха-ха! Что? Норт и Блок перехватили мяч! Одновременно! Ух ты! Оказывается, Дональдо вполне предсказуем! Да! Здорово! Видите? Непредсказуемое поле – идеальный способ подготовиться к встрече с опытным игроком Дональдо. Но как нам это поможет, если мы не успеем на матч? Не переживай! Наше такси уже близко. Но пока есть время, отработаем еще кое-что. Я видел, что могут защитники.
Теперь очередь фаворита. Только что сравняли счет в матче с бразильской Палмитьери! И доказали, что Дона Альда можно остановить! Приятно иметь с вами дело. Вообще-то, у меня для вас есть еще задание. Наконец-то у меня ничего не болит и не ноет. Да, думаю, я заслужил значок за супер-релакс. Парни, подойдите сюда. Помните, Норд сказал, что Вентура не вернулся из джунглей? Да. Это потому, что остаток жизни он прохлаждался в отеле. Хорошо, что бедный Норд этого не видел. Я все-таки не понимаю, почему он решил пропустить наш мега-отдых. Норд не любит такие вещи, забыли? Поэтому я придумал для него новое приключение. Какой отстой!